Так, проходим сюда. Проходим сюда. Быстрее, 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 быстрее. Ну просто разворачивайте, давайте. Вокруг стола становимся. Вокруг стола. Быстрее, быстрее, быстрее. Лестница ко мне. Вокруг стола становимся. Перчатки положите. Вокруг стола становимся. Глеб Иванович. Глеб Иванович. Так, сегодня у представительницы одной из немногих прекрасного пола, сегодня день рождения. Ну вот так, ставьте плечо к плечу, сдвигайте, сдвигайте, а вы туда вставайте. Вот, сегодня день рождения. Вики исполнилось 9 лет? 10 лет? Но с сентября только в основной группе, в 10-13. Глеб, иди сюда. Илья Сергеевич, а мы у моей сестры тоже здесь. Молодец. Вот, поэтому как обычно, говорим там, кто Вика, кто Викуся, кто Викуля. И понеслась, и желаю тебе. Поехал, Курманов, давай. Я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел, училась на одни пятерки, у тебя было много хороших друзей. Молодец, давай. Я желаю тебе... Кого ты поздравляешь? Вику. Ну и говори. Вика, я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя было, когда было взрослое, много денег. Я думал, детей. Хотел денег. Ладно, давай. Детей. Викуся, Викуля, как ты? Давай. Вика, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болела и успехи всегда в спорте. Молодец. Ну придумайте что-нибудь новое, давай подборник. Вика, желаю, чтобы ты всегда выиграла на соревнованиях и ты никогда не болела, и получала в школе одни пятерки. В лицо ей смотрите, а не мне. Давай, поехал, давай. Викуля, я тебе желаю хороших оценок, и чтобы у тебя был хороший муж и много детей. Как Илья Сергеевич. Давай. Вика, я тебе желаю счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болела и училась на одних пятерках. Вика, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю, чтобы ты всегда учила зачеты на 5 с плюсом и всегда выигрывала. Вика, я тебе желаю, чтобы ты всегда на турнир выигрывала в первые места. И у тебя было много медалей. И подарили пиццу, да? Ты же любишь всем желать, чтобы пиццу дарили, да? Молодец. Давай, не скажи. Вика, я тебе желаю, чтобы ты всегда на соревнованиях получала первые места и чтобы в школе училась на одни пятерки. Вика, я тебе желаю, чтобы ты в школе училась на одни пятерки, на соревнованиях занимала первое место. Понятно, поставим скрытые кружки. Давай. Вика, я тебе желаю всего самого наилучшего, чтобы в школе у тебя были одни пятерки, и у тебя была хорошая машина, когда ты вырастешь. Молодец. Розовая, да? Давай, давай. Тихо. Вика, я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы пятерки одни были и никогда не болели. Улюкина, что-нибудь новое можешь сказать? А ты придумал, да, говорил? Ну ладно, Щетинникова, давай. Вика, я тебе желаю, чтобы ты получала первые места, выигрывала и получала пятерки. Говорил, давай сейчас. Гений афоризма, давай. Вика, желаю тебе счастья, чтобы ты всегда всего добивалась, чтобы твои дети всего добивались, чтобы вся твоя семья была самой счастливой. Молодец. Так, Глеб Ионович. Я желаю тебе оставаться такой же послушной, слушаться родителей всегда, идти только вперед, такой же оставаться пробивной. Да. Я тебе в свою очередь желаю, всем я желаю. Тихо. Учись, слушайся родителей, живи ярополком, тут много всего. Ты скоро перейдешь в 10-13. Не забрасывай вид спорта. Вот. Проходи в ноги под мышку. Они сюда. Помнишь, как мы это делали? Вот. Как говорится. 3, 4. Поздравляем! Поздравляем! Стоп! А теперь каждый поцеловал щечку. Давай, и встал на место. Поехали, с двух сторон. Поехали, давай. Ты. Я сказал. Шоу я сказал. Давай, я первый. Я. Пошел. Это
девушки, за ними надо уметь ухаживать. Мужчины. Вот, Глеб. Все, поехали, не стесняться, давай. Раз. С днем рождения, говорим. Давай. Давай, давай. С днем рождения, давай, 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 давай. Давай. С днем рождения, говорим. Вот, видишь, как мужчины тебя любят. Давай, давай, с днем рождения. Давай, давай, кто еще не здесь?